Работа крупногабаритной техники не вызывает у жителей станицы Анапской раздражения. Идет необходимый ремонт дорог. Проблемные участки отсыпают щебнем, производят грейдирование и выравнивание. Живу по улице Совхозной. И хотелось бы от лица автолюбителей сказать огромное спасибо за то, что началась, хоть сдвинулась с мертвой точки, будем говорить, какая-то работа по отсыпке дорог. Были такие рытвины, размывало все время дождями. Сейчас не один я. Говорят, все здорово получилось. Реконструирована дорога по улице Кавказской. Отсыпали щебнем участки дорог на Совхозной, Октябрьской и Черноморской улицах. Эти работы у нас начались еще с прошлого года. Сергей Павлович уделяет этому большое внимание. В прошлом году было выделено нам на Анапский сельский округ примерно около 30 миллионов. На них были отсыпаны, отгрейдированы, сделано асфальтирование дорог. И в этом году это продолжается. Мы очень рады этому. Станичники отмечают, что в последнее время много делается для развития и процветания станиц, хуторов и сел.